Всем привет, меня зовут Вячеслав, мне 28 лет. Недавно побывал на тренинге Владимира Шамшурина, индивидуальном. Почему пошел на тренинг? В определенный момент захотелось уже по максимуму, наверное, инициировать то количество, самое главное качество девушек, которые в моей жизни появляются, которые периодически проходили мимо, но и как большинство, наверное, мужчин, смотря вслед, пускал слюни и сам себя там тешил отговорками, то что если бы, кабы, как бы, там и так далее. Вот. Почему именно Владимир? Посмотрел в нашем интернете, наверное, почти все, что касается темы пикапа, увидев, как работает этот человек, ну, для себя достаточно четко решил, что он профессионал своего дела как тренер, так и практик, и придя к нему, достаточно быстро в этом еще раз убедился. Та удовлетворенность результатом от тренинга, которая есть сейчас, она, ну, меня на самом деле очень сильно поражает и очень сильно вдохновляет на какие-то новые жизненные свершения. Та легкость, с которой я сейчас могу себе позволить то, что в той предыдущей жизни до тренинга я себе позволить не мог, она, ну, неимоверная, она классная, прикольная, офигенная, и это очень здорово. Такие очень запоминающиеся моменты, и контраст, он реально очевиден. Есть моменты, которые особенно запомнились в этом тренинге. Владимир, как истинный профессионал, абсолютно все показывает на собственном примере. Каждое упражнение, каждый сет, какой бы он ни казался тебе сложным, он показывает на собственном примере. Когда ты воочию видишь, как перед тобой человек все это делает, это тебя очень сильно заряжает, это очень сильно дает тебе уверенности. И решить что-то делать тебе на самом деле гораздо проще, а поскольку ты решаешься, ну, тут, в этом деле самая главная практика, и дальше все проще и проще. Владимир очень сильно заряжен на результат, причем я даже не скажу, что он заряжен настолько же, насколько ты, он заряжен гораздо сильнее. Тебе остается, тебе не надо анализировать что-то, думать, там, изобретать чего-то. Тебе надо четко руководствоваться его советами, очень здорово координирует все, что с тобой происходит, и ведет тебя буквально за руку к тому результату, который тебе нужен, и в итоге он к нему тебя приводит. Это офигенно, здорово, и Володя, спасибо тебе огромное за это, 150-й раз, респект. И помимо всего этого, говорю это абсолютно искренне, ты оказался очень ярким, интересным, прикольным, позитивным персонажем, который всем своим видом, харизмой заряжает на какие-то неимоверные там свершения над самим собой. И это на самом деле очень здорово. Это очень такая важная черта для любого тренера. Вот. Сейчас, наверное, скажу пару слов для тех ребят, которые сидят сейчас и думают, решаться, не решаться на это все, откладывают все на потом, как-нибудь, как я в свое время. Смотрите, если мы жалеем денег, самое главное, для самих же себя, на развитие самих же себя. Вот смотрите, если мы будем максимально честными перед самим собой, то мы достаточно, ну, быстро поймем, что на самом деле почти все, что в нашей жизни происходит, очень тесно взаимосвязано с девушками. Почти мы тратим колоссальное количество ресурсов, на самом деле, и физических, и материальных каких-то, да, там, временных, на то, чтобы произвести на них впечатление. Вот. И мы покупаем какие-то дорогие автомобили, мы тратим деньги на шмотки, на красивые, мы стараемся совершенствоваться там в своей красоте, мы там ждем, пока нарастут бицепсы, трицепсы, квадроцицепсы там, и так далее. И при всем при этом мы забываем про один очень интересный парадокс. Без умения общаться с девушками, а самое главное, без попыток это делать, вот это все, все эти атрибуты, они уходят куда-то далеко, и они на самом деле абсолютно там не важны при общении с ними. Я вам говорю как человек, у которого есть там нормальный, хороший автомобиль, который нормально одевается и который неплохо выглядит, ну, как я надеюсь. И в то же время, если уметь хорошо, грамотно с ними общаться, если это делать с завидной периодичностью, опять-таки все вышеперечисленные атрибуты, они становятся там чем-то десятым, и происходит такая в голове правильная переоценка ценностей. Это на самом деле очень здорово и прикольно. Поэтому я к чему все это подвожу. Ребята, инвестируйте правильно, инвестируйте в себя в первую очередь.
самое ценное, что у нас с вами есть, это наш опыт, наши навыки, наши знания, умения. Самый главный опыт. И делая выбор, там, на что потратить какую-то сумму денег, вы сделаете его правильно. Всем желаю огромной удачи, успехов. Володя, тебе в 151 раз огромный-огромный респект. Будешь в Нино, звони. Всем пока.